конечно, почему бы и нет. Кружка пива для ремонтика. Слушай, сука, на нем. Так на чем же я знаю? Это мятеж. Мятеж начался на корабле в Баубес. Баубес. Свирепый корсары выс... Корсары. Корсары высадили его на небольшом острове, что в южной части глубокого района. Вот почему этот маленький кусочек земли назван островом Баубес. Но гораздо позже тупой летописцевичи, это все в своей писанине. Так что теперь это место известно как остров Баубеса. Баубеса. Был очень познавать, прощай. Так. Сука. Ладно. 15! Мне сносят больше. Ладно, еще один такой враг, и у меня будет уровень. А, вообще-то не, подожди. Хочу спросить, здесь. Ты не первый, кто прижался на спражу на Моши. Я не стану снимать проклятие, но стыдется, оскорбил меня во время нашего последнего сеанса гадания. Извини, что случилось? Я необычный, низквалифицированный деревенская ведьма, я профессионал. Он назвал меня шарлатанкой. А ты знаешь, почему он назвал меня так? Потому что я предсказал, что он будет вонять. Как грязные семиножники. Вам не могут нравиться мы, но не смейте меня оскорблять. Не кажется ли, что это странно? Что ты имеешь в виду? Нет ничего, что мое предсказание сбылось. У меня ученость. И твои действия сбылось предсказание. Ты бы знаешь сказать, что я проклеваю его нарочно? Да мое предсказание сбылось. Ты смеешь обвинить меня в дочь ложных предсказаний моим клиентам? Следи за языком. Потом как это выглядит со стороны. Она молчит несколько дней. Это просто совпадение. Я не хочу терять свои глаза. Надо снять проклятие прямо сейчас. Готово, проклятие должно быть снято. Я надеюсь, что не потеряю ни одного клиента из-за плохих слух. Уверен, что все будет хорошо. Так, дурацкая была ситуация. На убыль. Обращайся, я тебе буду. Конечно. Теперь опять бежать туда. No. Давай сдохни же. Быстрее меня сдохни, пожалуйста. Over 9000. Даже здесь сделали ссылку на это. Боже. It's over 9000! Yes. Vegeta, what's your scouter say? Как я жил без этой шутки? Где он тут, кстати, сидит? Я больше не воняю. Спасибо тебе, друг. Приезжай, я снова могу жить нормальной жизнью. Ну, пожалуйста. Что? Что мне это дало? Пойти к его брату, что ли? Окей. Нет, еще истории. Добро пожаловать по блогу. Может, больше не воняет. Ой, профессор, вот тебе броня, как я обещал. Качественно, было приятно иметь с тобой дело. А что это значит? Так, подожди. 5, 15, окей. Я становлюсь сильнее, мощнее. And I'm destroyed his world. Ага. Так, типа.
теперь мы бежим в гребаный замок, чтобы посмотреть, есть ли лучше. Потому что я же забыл, я же тупой. Я не помню, на самом деле. Я не прокачался. Не буду я это покупать. И это не буду покупать. Тогда уж, раз мне дали на 15. Давайте теперь смотреть артефакт. Век мудрости. 5 магических. Не нужно. Шанс уклона, шанс критического. У меня что? Класс брони плюс к ловкости, к шансу уклона. Неплохо. Неплохо. Честно говоря. Так, а где еще что у нас здесь были? Пойдем сюда. В родную деревню, так скажем. Жена, наверное, убьет за кекурс. Так долго еще курсы. Опять я не прокачался. Что такое, блин? Блин. Повезло. Мне очень повезло, что он промо сидел. И все. Так. А где здесь продавец? А, он не тот же был. Так, короче, пойдем напомним ему, что он козел. Че? Почти ничего. Хе-хе-хе. Так, здесь же было что-то со вторым уровнем связано, нет? I don't remember. Вот это третий, я помню. Почему-то. Почему я один голый хожу с торсом голым, а? А, игра? Сколько за этот экстоплазменный пасти? О, у нас здесь Гуриман, призрачный экстоплазменный пасти представляет собой редкое сочетание уникального выбора. Сколько? Чтобы собрать один этим данным моим поставщикам от депрессивных самыми сладкими чем можно. А вот взгляд, вроде все представляет это. Возменный пасти, это очень крутой. Сколько? Больше 10 тысяч, у меня что-то такие. Прозвучит, что ли? Типа, это паштет что-то даст мне или что? Что? Вот так, да. Thank you.
Я не забыл здесь сегодня, я не знаю, что ты вообще, кто ты, что ты хочешь. А ремень нужен результат твоих исследований. Что, никто же хочет украсть мои идеи только через мой труп? Отбрось в сторону свои амбиции. Чем ты, я не буду. Может, делайте, Эксер. Нет, я не хочу слушать этот бред, я сюда покрою этим бизнесом. Ученые не поликрил, чтобы разводить. Но уже были на грани прорыва. Я потерял свои соски, черт. Но это не причина сдаваться. Возможно, ты прав, я должен подумать. Дай мне минуту. Фессион, Джош обращает. Дахио обращается к вам. Ты все-таки прав. Мы должны закончить Алекс. Тысячи людей с редкими волосами на лице рассчитывают на нас. Скажи Армену, что я готов продолжить наше исследование, но это будет последний раз, когда я с ним сотру. Квасть огня, блин. И вот вспомни, куда надо идти там еще. Да. Вот вспомни еще. А, точно, там стоял уже мужик, вот. Армень, иди сюда, Армень, Арменька. Ты уже принадлежал, Дахио? Я убедил его работать с собой снова. Не могу поверить своим ушам, это фантастическая новость, мне нужно проверить его лабораторию, его прибыть. Я тебе обещал тебе это. Он дает ему небольшую бутылку с дурно пахнущей жидкостью. Возьми, но помни, что придержи мою вообще, пас, буду иметь. Это самое лучшее в моей жизни, мало того, что я буду... Что я смогу создать эликсир буйного роста волос на лице. Я также проверю свои экспериментальные варивы без каких-либо тайных эффектов. А теперь извини, но я должен вернуться в свои исследования. Пасы, ну... Есть. Плюс один к ловкости. I'm fucking yes! Может, я бабу смогу поймать, если мне прямо... Пойдемте, пойми. А, да, еще я хотел зайти во второй город. Там тоже вроде что-то есть. Такое вот. Такое вот. Такое. На всякий случай одену то, что у меня к ловкости дают. Я могу садить всяким угодно ерки. О, мой... Ах, морячок, я так новый. Мой морской, подойди, да? Мое внимание, но вдруг... Схватите ее за руку. Ай, опусти меня. Можешь купить деньгами или кровью. Возьми это, это все, что я достать сегодня. Вы хороший день. Ну ладно, пойдем к огурцам. Наши огурцы. Они все так слепцы. Но живое.
Ну да. Слава его милости, ты принес криминальную мантию. Да, вот она. Хорошо, возьми ключ, откроющим двери большого особняка. Он указывает на южной части гречной плантации. Там ты встретишь с его милостью, он ведет тебя в курс дела, а теперь извини, но у меня есть важное дело. И ушел. Сука, ты че шутишь, что ли? Ты мог уйти раньше? Монет, ей! Все good. Вас равно это неплохо. А что это делает? Ничего. Пс. На. Куда я иду? Игра. Thank you.
Это говно. Что этим я сделал, я не понял. Что ж ты встал-то? Многовато третьего уровня, вы не находите? Пошёл я эти. Не уважают меня здесь.
быстро добежать мне сейчас придется. И? А зачем его для прочего есть инвентарь, если он не нужен все равно? Если все можно все равно быстро продать. Еще один послушник тебя опоздал. Ладно, иди наверх, его мило ждет, а он ждать не любит. Я вниз пойду. Понятно. Пойду вверх. О мой бог. Рад встретить. Послушник, поспеши, его не уйдет на стол. Иду, иду. Клонись передо мной, Неофит, ибо я лидер культа культов. Ты можешь называть меня просто ваша милость, с этого дня начнется твое слушание. Это не совсем то, чего я ожидал. Что? Ты не один из нас? Не знаю, как тебе удалось пройти мимо моих братьев, поверь. На твой путь закончится здесь, никто не помешает моим планам. Мне нужен всего лишь огурец. Подожди, что? Так ты один из этих героев, что рушит планы зовущих лидеров культов? Должен признать, что я разочарован. Но все же я не буду нарушать традиции, прежде чем тебя убить, расскажу о своих планах. Ну хорошо, расскажи свою историю. С древних времен среди людей существовали разные верования, религии, секты. Некоторые из них исчезли давным-давно, некоторые появились только вчера. Люди поклонялись разным богам, силам природы и даже столовым приборам. Но наш культ другой, мы поклоняемся религиям. И как у каждой нормальной религии, у культа культов есть собственное пророчество. Было предсказано, что придет время, когда сакральные религии забытых верований будут собраны вместе из каждой. И с их силой наш лидер, то есть я, станет богом воплоти. Таким образом, культ культов станет самой могущественной религией в мире. Что вы делаете на огуречной плантации? Можно мне просто взять огурцы и выйти? Ты что, шутишь? У меня же пострадает репутация, что мои братья по вере подумают обо мне. Если я буду щадить тех, кто предстоит, хорошо, они перестанут меня уважать и бояться, так что успокойся, тебя ожидает встреча с каменным стражем Агурис. Мы это увидим. Thanks. Приготовься умереть. Что у меня последнее? 12? Нет, понятно. 2.19, 2.20. 2.20. Нет, да что ж ты? Я хочу посмотреть, что есть у меня.
иду. Станет. Не хочу. Пошел отсюда я. Не знаю куда, правда, но пошел. Пойдемте им достанем все-таки. Я немного опоздал, если пришел сюда поступать. Заведенные экзамены заканчивались несколько месяцев назад. Я испытаю удачу в следующем году. Что это за место? О, это обычно путешествие, не так ли? Это Академия Волшебства, единственное место в Северных землях, где можно получить диплом волшебника. Диплом? Но зачем? Что? О чем это? У меня нет диплома, я умею колдовать. Ох, почти каждый может использовать магию в наши дни. А найти хорошую оплачиваемую работу без степени архимага ты точно не сможешь. От беспокойства в своем будущей карьере, знаешь. Ясно, ясно. Клон у меня есть, поэтому... Сейчас, нет. Добро пожаловать в мир Гарику, как вы уже знаете, меня зовут Гарик. Как бизнес-маг, я понимаю, что время для вас деньги. Так что достаточно поступок, ничем я могу помочь. Бизнес-маг, вы, наверное, имели в виду бизнесмен? Нет, это не ошибка, я бизнес-маг. Заклинатель джинжаб, чародей торговли или просто хромитомант. А как же фаербол и другие чудеса? Фаербол, еще один дешевый отрыв для простаков. Деньги могут делать настоящие чудеса. Вы понимаете, сколько документов простой человек должен собрать, чтобы открыть такой магазин? Иногда на это идут годы, но с силой наличных вы можете открыть магазин в течение дня. Вы настоящий магия мой друг. Впечатляет, покажите товар. Там тюкмон, шанс это. Возможно, это баг надо здесь сделать. Телек же вычти. Интеллект как ему выбросить? У меня есть такой. Thank you.
шанс критического. У меня шанс уклонения вроде есть. Да. 5 класс брони, на ловкости нет. Ловкий шанс уклона, шанс критического. Класс брони к физическому. Кем вы черной формы? Магическом. Чем он не сбалансирован? 25-25, ну и чё? А если так посмотреть, то я не всегда уворачиваюсь. Ну, ловкость. Тут живущая сила. Шанс критического еще плюс 5. Не знаю. Не хочу. Увидеть мантию, парящую в воздухе, подойдя ближе, вы слышите голос. Тетя, заметьте меня наконец, а, Дориан. Я не боюсь привидений. Я не призрак, друг, меня зовут Дориан, я живое существо, как и ты. Где ты, заканчивай фокус? Я же прямо перед тобой, везде не мантию, только не говоришь, что ее не видно. Мантию видно, а тебя нет. Это печальная, но очень, но не очень длинная история. Видишь эту лужу? Это дом волшебного существа, нимф, она называется Владычицей Лужи. Знали ли ты, что нимфам нравится отдыхать на пляже под луной? Но кто бы мог подумать? Что им не нравится, когда люди любуются на обнаженные тела на песке. Вид бы был действительно захватывающим рять, но когда Владычица уже заметила меня, научились сидеть. Что было потом? Понравилось, что ты увидела, спросила она. Еще бы, ответил я. Да это больше никто не увидит мягкий извращенец, воскликнула она ним. Но я стал невидим после этих слов. Похоже на сильное проклятие. Ты чертовски прав, друг, это действительно проклятие, я очень хочу избавиться от него, может быть. Ты хотел бы помочь мне, можешь быть уверен, что я в бегу не останусь. Давай обсудим мою награду. Мой волшебный капюшон станет твоим, это очень редкая и дорогая, так что ты не можешь. Так что поможешь? Договорились, что нужно делать. В сказаниях упоминается мощный артефакт под названием «Сфера божественного подглядывания». Если я понял правильно, она может сделать меня невидимым. И что нужно сделать, это прикоснуться к ней и прошептать простое заклинание. Он говорит вам, заклинание, оно действительно очень простое, вы с легкостью его запоминаете. Сфера должна быть спрятана где-то в недрах пещеры Откровения, она находится недалеко отсюда. Отмечу место на карте, будь осторожен, пещера настоящий гринд, наполнена смертельными лошадьми, скажу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да почему? Ну, на что это? Подожди ближе, чтобы начать. В отличие от других, МФС, это чего не начинается. Привет. Не припоминаешь, ты понимаешь? Круто, чего ты хочешь? Искатель. Собираю квест. Ясно. А ты кто? Меня зовут Конрад, я самый известный адепт на алгамантии, магии боли. Про не упоминал, что ищешь наука, могу тебе предложить? Конечно. Каждый послушник, открывающий изучать алгамантию, должен прийти испытание. Очень опасно, кстати. Ну, честно говоря, я посчитал его слишком легким, поэтому я немного его изменил. Вот почему мне нужен уровень, чтобы испытать его сложно. Желаешь? Рассказывай. Чтобы пройти его ограниченную, нужно пройти сквозь коридор боли и вернуться обратно. Пустить подземелье под Академией, коридор боли расположен там. Сейчас я уберу заклинание блокирующий вход туда. Готово, можете. Где? Что я тебе получу за меня? Я могу предложить тебе знания, как насчет тайного алхимического заклинания. Могу тебя учить одному такому. Кроме того, я держу целый набор колдовского снаряжения в сундуке в конце. Можешь забрать его себе. Не беспокой меня, пожалуйста, я Пускнемся. Чё там, какая-то невидимая. Окей, только. Ну ок, потом. Попозже.